Пожалуйста, скажите, вам все понравилось? Какой же он все-таки замечательный. Это тебе. Мне? От кого? Ну, видимо, от твоего поклонника. Какого поклонника? Не выдумывай. Ну, называй его как хочешь, но он обожает твои десерты. Снова просил передать особую благодарность. Спасибо. Опять хотел купить твой рецепт. И снова я ему объяснил, что рецепт – это собственность кондитера, и кондитер хранит его в тайне. Ну, это правда. Это мой секрет. И он не продается. Молодец, Люба. Так держать. Наше заведение предлагает гостям только эксклюзивные блюда, которые не готовит больше никто и нигде. Минуточку внимания, все, пожалуйста. Равняемся на Любу Велесову и не забываем о том, что она среди вас кондитер номер один. А теперь все за работу. Тоже мне номер один. Внимание, через 5 минут начинаем генеральный прогон. Все, кто занят в первом акте, приготовятся к выходу. Кушать подано. Кушать подано. Готовишься прямо как к главной роли. Что, к ней главное готовиться не нужно? Конечно, надо. Но только ты зря стараешься. Это еще почему? А потому что твоя театралка тебя все равно не заметит. Не твое дело. Как скажешь. Да я так это сыграю, что она только на меня и будет смотреть. Давай, порази всех своим актерским триумфом. Кушать подано. В этом сезоне мы объединим выход на рынок нашей новой коллекции мягкой мебели с выходом нового аромата нашего парфюмерного направления компании. Ведь что, по сути, значит диван или мягкое кресло? Прежде всего, это символ семейного уюта, ощущение дома. А с чем у нас ассоциируется семейный уют и дом? С запахом домашних пирогов, с запахом ванили. И еще корица. Да, верно. Поэтому я предлагаю слоган для нашей новой весенне-летней коллекции. Каждому покупателю мягкой мебели мы дарим аромат от Красовский хаус с нотками ванили. А, и освежитель воздуха с запахом корицы. У меня все. Спасибо, Лариса. Берем ваши идеи в основу. Если вопросов нет, совещание окончено. Ну, как тебе мои идеи? Великолепно. Как всегда. У тебя потрясающий вкус и бурная фантазия за этой ценой. Спасибо, я тоже очень ценю твое мнение. Мила, а ты помнишь, какой сегодня день? Конечно. Сегодня годовщина нашего знакомства. Может быть, мы устроим что-то особенное? Я уже забронировал столик в нашем любимом ресторане. Я так тебя люблю. Я тебя тоже. Это, наверное, папа. Ага. Ну, не буду вам мешать. Я пойду готовиться к романтическому ужину. Здравствуй, сынок. Как ты? Как дела в компании? Здравствуй, пап. Спасибо, все в полном порядке. Работай. Рад слышать. Ты молодец, сынок. Я не устаю тобой восхищаться.
Ты знаешь, я даже не ожидал, что ты продержишься так долго на нашей исторической родине. Всего 3 года. Целых 3 года. Я смог продержаться всего 3 дня. Ты, как и я, родился и вырос в Англии. Но, в отличие от меня, не побоялся вернуться на нашу историческую родину. В эту непредсказуемую страну с опасными жителями. Пап, ты преувеличиваешь. И твой неудачный приезд был давно, еще в 90-х. А сейчас все изменилось. На нашей исторической родине, конечно, всегда непросто. Но жизнь здесь интереснее и духовно богаче, чем в Лондоне. Поэтому тебе нужно преодолеть свой страх и приехать ко мне в гости. Ну вы себе позволяете, это моя машина! Вы не имеете права, я подданный королевы Великобритании. Я буду жаловаться по международному праву. Значит так, тачку и бабки оставляешь, а сам валишь по маршруту чемодан, вокзал, Великобритания. Усёк? Нет, сынок. Мне хватило моего первого и последнего приезда. Но тобой я очень горжусь. Ты пошел дальше меня и смело развиваешь наш бизнес в этой... непредсказуемой стране. Спасибо, папа. А как там леди Камила? Замечательно. Ты еще не собираешься сделать ей предложение? Я думал об этом. Возможно, после дня рождения королевы или после выборов в парламент представится нужный момент. Антон. У тебя скоро день рождения. Тебе исполнится 30 лет, а ты до сих пор не женат. Я беспокоюсь. У тебя вообще есть девушка? Да, папа. У меня есть девушка, и мы встречаемся уже целый год. И кто же она? Как ее зовут? Ее зовут Лариса. И она очень талантливый специалист по маркетингу и продвижению новой продукции нашей компании. Я долго думал и решил, что она та самая девушка, с которой я смогу создать семью. Надеюсь, ты все взвесил и делаешь правильный выбор. Есть главное качество. Она очень честный и порядочный человек. И, в общем, я уже купил кольцо и собираюсь сегодня ей сделать предложение. А из какой она семьи? Я знаю только, что ее мама вдова и живет где-то в провинции. Но Лариса нас еще не знакомила. А когда ты собираешься познакомить меня со своей избранницей? Вот как только она согласится выйти за меня замуж. Он точно сегодня сделает мне предложение. Мне тоже так кажется. Женщины всегда безошибочно чувствуют такие вещи. Да, он как-то по-особенному смотрел на меня, когда говорил про ужин. Ты прямо светишься отчасти. Ты, наверное, его очень любишь? Ну, конечно, он красив, богат, он из благородной семьи. И мы подходим друг к другу. Прямо настоящий принц. Mm-hmm. А театр? Любит ли он театр так, как любишь его ты? Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться? Правда, это здорово, милый. Или надо оказать сопротивление? Нет, он не любит театр. Ты представляешь, мы как-то с ним пошли на премьеру, и он заснул прямо на спектакле. Да, с тех пор в театр он не ходит. Но это не главное. Да, я тоже так думаю. Значит, театр он не любит. А что он у нас любит? Он любит возиться на кухне с тестом, кремом. Даже ведет свой кулинарный блог. Печет пирожные. Мечта, а не мужчина. И как пирожное? Вкусное? Нет. Я просто не люблю сладкое. И для фигуры вредно. Вот здесь можно? Ну, ничего. Сделаешь вид, что любишь. Значит так, по моей команде. Берем фаер и выходим в зал, становимся у 4-го столика. Понятно? Угу. Да. Отлично. Хорошо, Люба, дальше твоя очередь. Как только ты увидишь, что фейерверки у ребят зажглись, сразу выносишь свой торт в зал. Понимаешь? Выносишь к 4-му столику, ставишь на стол перед гостями. Поняла? Поняла. А я никогда не выходила из кухни в зал к посетителям. Да. Презентовать лично свое блюдо – это почетно, это же достойно. Ты справишься. Ну, хорошо. Бинго! Спасибо. И извините, а почему опять Люба? Почему вся похвала и поощрение ей? А кого мне хвалить, по-твоему? Ну, я, например, тоже стараюсь. А в ее рецептах нет ничего особенного.
А вот клиенты думают иначе. Вот поэтому она номер один, а ты номер два. Ну, это мы еще посмотрим. Спасибо. Ларис, я долго думал, решил, что сегодня самый подходящий день. Прости, пожалуйста. Просто немного нервничаю. Ничего. За этот год, что мы вместе, я очень хорошо успел тебя узнать. Пора. Несите фейерверки. Угу. Хорошо. Я восхищаюсь твоей красотой, умом и добротой. Мы подходим друг к другу. Да. И я люблю тебя. И прошу стать моей женой. Ты выйдешь за меня замуж? Люба, торт. Торт. Скорей, скорей, скорей. Пойдем. Дорогой, конечно, я согласна. Да. Не стесняйся, пойдем, я помогу тебе. Так. Дорогие наши гости, я поздравляю вас с принятием столь важного решения. И по этому поводу мы от нашего ресторана дарим вам наш особый десерт от лучшего кондитера. Торт под названием «Любовь». Любовь. Любовь. Простите, это просто мой любимый. Я даже не удержусь, сразу попробую. Просто это изумительно. Просто, правда, просто восхитительный вкус. Дорогая, ты... Не-не-не. Да-да-да, попробуй. Обязательно попробуй. Приятного аппетита. Простите. Вы... Позвольте, вы создатель этого шедевра? Я просто давно мечтал с вами познакомиться. Очень приятно. Желаю вам большого семейного счастья. Спасибо. Спасибо. Хорошего вам вечера. Спасибо. Я просто никак не пойму, что входит в состав этого крема. Они никак не продают рецепт. Вот как я не просил. Ты невыносимый сладкоежка. Здесь точно есть кардамон. Угу. Мята. Нотки мускатного ореха и что-то еще. Вот что-то, что я никак не пойму, что. Уже как он изящно украшен. Как? С каким вкусом? Прости, я не удержусь, я его сфотографирую. Да-да. Милый, скажи, а ты уже говорил своему отцу, что собираешься сделать мне предложение? Конечно. Да? Конечно. Кстати, я же обещал вас познакомить. Да. Мы ему сейчас позвоним. Угу. Отец, привет. Помнишь, я обещал познакомить вас с моей невестой? Да-да, конечно. Да. Папа? Это Лариса, моя невеста. Лариса, это Эдуард Андреевич, мой папа. Эдуард Андреевич, здравствуйте. Я Лариса. Рада знакомству. Здравствуйте, Лариса. Я тоже очень рад с вами познакомиться. И рад, что вы с Антоном решили пожениться. Спасибо. Знаете, в нашем роду во все времена особенно ценились крепкие семейные узы. Надеюсь, что и ваш брак будет именно таким. Я тоже на это надеюсь. Со своей стороны я постараюсь сделать для этого все возможное.
Антон, ты рассказывал Ларисе, что наш род Красовских уходит корнями к самому великому князю Мономаху? И что наш род находится в родстве с царским родом Романовых, а также с Виндзорами и испанским королем Филиппом? Только в общих чертах, папа. Наша семья – потомки эмигрантов, которые в 1917 году были вынуждены бежать за границу от большевиков. Мы дальние родственники Романовых, следовательно, имеем родственные связи с королевской семьей Великобритании. Моя прабабка вышла замуж за пэра Англии сэра Бербери, а дед женился на герцогине Йоркской. Мои родители, дедушка и бабушка вашего жениха, занимали при дворе Ее Величества Королевы почетные места. Наш род, наша фамилия занесена в книгу самых древних и почетных родов Европы. А ваши родители? Лариса? Лариса, вы меня слышите? Что вы сказали? Я вас спросил о вашей семье. Вы, случайно, не из дворян? Конечно, мы дворяне. Да? Какая приятная неожиданность. И кто же ваши родители? Моя мама, она... Моя мама, она бизнесмен, руководит крупным аграрным бизнесом. Впечатлен. Аграрный бизнес, серьезная отрасль, с серьезными оборотами. Да. К тому же она из настоящих дворян, хоть и обедневших. Нашим предкам, к сожалению, не удалось эмигрировать в 1917 году, но удалось сохранить наше родовое имение. Что вы говорите? Честно говоря, очень удивительно для страны, в которой никогда не уважалось право на частную собственность. Это было нелегко, но, видимо, сама судьба так распорядилась. А ваш отец, он тоже занят в аграрном бизнесе? Нет, мой папа... Слышь, Вася, ты куда пол-литра зажал? Вот тебе пол-литра. Как ты ж убил его? Текаем. Моя мама вдова. Мой отец погиб при сражении. Твой отец военный? Ты не рассказывала? Да, он генерал. Простите, Лариса, я не знал. Не хотел вас расстроить печальными воспоминаниями. В нашем роду тоже были военные. Погибнуть при сражении – это очень благородно. Спасибо. Ну что ж, я рад знакомству, рад, что вы решили пожениться. Знаете, Лариса, я давно не посещал родину и не собирался. Но ради такого случая я приеду. Ничего себе. Пап, я не ожидал. Сынок, я и сам от себя не ожидал. Но ты же сам говорил, времена меняются. К тому же, Лариса, я теперь должен лично познакомиться с вашей мамой. И вы меня заинтриговали. Я хочу увидеть ваше родовое имение. Я прилечу. Одну минутку. Я прилечу в пятницу. Антон, номер рейса и время прилета я сообщу тебе дополнительно. Хорошего вам вечера. Почему ты раньше никогда не рассказывала, что ты из дворян и что у вас есть свое собственное родовое имя? Это от скромности. Да. Очень жаль, что ты не любишь сладости. Это восхитительно вкусно. А название как? Любовь. Любовь.
Скажи, дорогой, если твоему папе, например, не понравится моя мама или наше родовое имение, то что, тогда он тебя не благословит на брак, и наша свадьба не состоится? Ну, почему моему отцу должно что-то не понравиться? Ну, мало ли, там... Ларис, мой отец очень любит природу. Ну и потом, в конце концов, я женюсь на тебе, потому что я тебя люблю. Ты очень красивая, умная и, главное, честный и порядочный человек. И, как выяснилось, очень скромный. Сынок, я требую, чтобы ты немедленно разорвал помолвку. Они не дворяне, а непонятно кто. Обманщики. Да вы неправильно все поняли. А лживого пиар-менеджера немедленно уволить из компании. Иначе я лишу тебя наследства и предам анафеме. Лариса. Антон. Лариса. Антон. Лариса, я тебе верил. А ты обманула и меня, и отца. Свадьбы не будет. Что же делать? Дорогие друзья, у меня для вас хорошие новости. Завтра у нас будут очень важные гости. Посол Франции с супругой. Ничего себе. Да-да-да, они решили отметить у нас свою годовщину пребывания в нашей стране. Надеюсь, все понимают степень ответственности такого визита в наш ресторан. Да. Да. Люба, на тебя возлагается самая ответственная миссия. Приготовление особенных десертов. Будет сделано. Отлично. Еще важное сообщение. У посла аллергия на все виды перцев, поэтому прошу это учесть при составлении рецептуры блюд. Итак, наша общая задача, чтобы посол и его супруга стали постоянными посетителями нашего ресторана. Если гость останется доволен, все получат премию. Ура! Ясно. А теперь за работу. Угу. У вас прекрасный дом, графиня. Благодарю вас, граф. Останьтесь с нами отобедать. Почту за честь. Обед вот-вот должны подать. Я не спешу. А в вашем обществе, графиня, готов ждать вечно. Ну и что стоишь? Твой выход! Кушать! Кушать! Кушать подано! Уходи! Ты что творишь? Давай сюда. Уходи, уходи. Уходи, уходи. Актер Игорь Велесов, вы бездарность, вы уволены. Я не специально, я просто так... Уволен! Алло, Антон, милый, ой, я завтра не смогу приехать в офис. Мне нужен выходной. Хорошо, а что случилось? У тебя взволнованный голос. Нет, нет, тебе показалось, все в порядке. Просто я хотела бы поехать к своей маме, сообщить, что я выхожу замуж, и что ты со своим отцом в пятницу приедешь к нам в имение. Я не возражаю. Но ты можешь просто позвонить маме и предупредить по телефону, а потом мы приедем в пятницу все вместе. Нет, по телефону нельзя, понимаешь, мама человек старомодный. Нужно лично приехать, рассказать. Понимаю. Угу. Конечно, езжай и будь аккуратна за рулем. И если что, сразу звони. Да, дорогой, хорошо. Целую.
Привет, братик. Привет. А что случилось? Да меня это... из театра уволили. Вот как. За что? Да и... не важно. А, ну, понятно. Ну, ничего, устроишься в другой театр. Ну, ты не понимаешь. Но в театр на спектакле приходит одна девушка. Угу. Она всегда сидит в третьем ряду на одном и том же самом месте, на 14-м. У нее абонемент, что ли? Наверное. Ну, я не знаю, неважно. Я все думал, как с ней лучше познакомиться. А сейчас я боюсь, что больше никогда и не увижу. Ну, сочувствую. Знаешь, единственный способ ее увидеть, это покупать билеты в театр, из которого меня уволили. А если она... если она больше не придет? Мама! Ларочка, доченька! Ой, как я рада, что ты приехала! Привет, мам. Я тоже очень соскучилась. Пойдем. А чего ж ты не предупредил-то? Я бы приготовила всего да побольше. Мам, у меня просто к тебе очень важный разговор. Пойдем в дом, я тебе все объясню. Ну, пойдем, пойдем, Дотти. Там все по порядку и расскажешь. Угу. Ой, ой. Ой. Вот это новость, доченька. Вот это новость. Ой. Я так за тебя рада. Я только не понимаю, а почему ты им сказала, что мы дворяне? Ты сама не знаю. Так само собой получилось. Да ты бы видела этого Эдуарда Андреевича. Он просто король Англии. Ты меня стыдишься, Дотти? Да нет, мам. Пойми, так вышло само собой. Я просто хотела произвести впечатление на папу Антона. Вот и чуточку приукрасила. Ну, это же нечестно, доченька. Он ведь твой будущий свекор. Или ты что, собираешься приукрашивать всю жизнь? Да нет, мам, я не думала, что он вообще сюда приедет. Он всегда живет в своем Лондоне и никогда сюда не приезжал. Мам, ты можешь ради моего счастья с Антоном просто мне подыграть? Он тебя любит. Конечно. А ты его? Мам, да я жить без него не могу. Ну и все. Ну и хорошо. Угу. Значит так, я сейчас тут все приберу. Рушники новые достану. Варенчиков приготовлю. Борщ с папушками. Так и примем мы твоего пэра, как полагается. Мама, здесь мы его принимать не будем, а готовить тоже ничего не нужно. Как так готовить ничего не нужно? А как же? Как? Я ничего не понимаю. Мама, тебе просто нужно следовать моему плану. Доверься мне, я все продумала. Заинтересовал какой-то? Да, на этом портрете. Кто изображен? Это какой-то вице-адмирал. Но точных данных, к сожалению, не сохранилось. Мне нужен именно генерал. Ну так, на флоте вице-адмирал – это практически генерал. Правда? Конечно. Говорю вам со всей ответственностью. Точно. Ну, поверьте мне. Тогда я беру этот портрет. Ну что, моя золотая, а? Волнуешься, Глашенька, да? А? Ничего, потерпи, Маренька, потерпи, потерпи. Ага. Тоня! А? Какой день беременности по календарю Апороса? 110-й.
110-й? Ой, ядрицкая Матрёна со дня на день начнет пороситься. Ну как же не вовремя, а? Да чё ж не вовремя, очень даже вовремя, как по учебнику. Да мне в это время как раз позарез уехать надо. А, перенести никак нельзя. Прасковья Ивановна, да как же я без вас справлюсь? Ума не приложу. И перенести нельзя. Дело касается международных отношений с Англией. Там без меня тоже никак. Девушка, здравствуйте. Меня интересует дом, указанный в объявлении. Скажите, виды дома и комнат соответствуют фото? Отлично. Срок аренды. Дом нужен мне на 2 дня. Нет, лучше на 3 на всякий случай. Угу. Отлично. Да, я могу прямо сейчас оплатить банковской картой. Произошло досадное недоразумение. Наше заведение все компенсирует. Извините. От кого от тебя я такого не ожидал, Люба? По твоей вине мы лишились такого солидного клиента. Это ж додуматься надо! Жгучий перец в десерт! Я понятия не имею, как это произошло. Это какая-то ошибка. Твоя какая-то ошибка уничтожила нашу безупречную репутацию. Ты чуть человека не убила, ты это понимаешь? Неужели я что-то перепутала? Я четко следовала рецепту. Это сделала не я. Так, все. Я не могу больше этого слушать. Инциденты подобного рода в моем заведении мне не нужны. Ты уволена из выходного пособия. Я надеюсь, все понимают, что о премии можно забыть. Ну, теперь я тут номер один. Официант, сдачи не надо. Я вас узнала. Вы тот повар, который выносил нам с женихом торт под названием «Любовь». М? А помолвка? Да. Да, я вас тоже узнала. Здравствуйте. У меня к вам такой деликатный вопрос. Я правильно поняла, что вы только что остались без работы? Правильно. Отлично. В смысле? В смысле, я вам сейчас все объясню. Кстати, за что вас уволили? Мой жених, он очень-очень хвалил ваш торт. А, понимаю. Зависть, интриги. Но вы не расстраивайтесь, потому что у меня для вас есть работа. Она временная, но я вам очень хорошо заплачу. Спасибо. А что я делать должна? То, что вы прекрасно умеете готовить. Соглашайтесь. Хорошо. Я согласна. Отлично. А скажите, вы можете мне порекомендовать кого-то на роль Дворецкого? На роль? Угу. Да, у меня есть отличная кандидатура.
Просто играть роли – это его профессия. Прекрасно. Привет. У меня есть две новости. Одна плохая, другая очень плохая. С какой начать? Давай с плохой. Значит, плохая новость в том, что я был сегодня в нескольких театрах. Везде полный состав. Нигде не берут. Вот так. Ясно. А очень плохая? А очень плохая в том, что звонила хозяйка квартиры, и она поднимает нам аренду. Как? Тихо, не волнуйся. Я нашел объявление. Там требуются грузчики. Оплата сразу. Поэтому сможем оплатить хотя бы часть суммы. Класс! А у тебя как дела? У меня тоже есть две новости. Одна хорошая, а другая плохая. Ну, начинай с плохой. Меня сегодня уволили. Без выходного пособия. Так, а хорошая? У нас теперь есть работа. Для тебя и для меня. Ой! Ой! Божечки! Божечки, какой огромный домино! Да здесь и потеряться можно. Ничего не потеряешься. Тем более, это всего лишь на пару дней. А потом Эдуард Андреевич уедет в свой Лондон. Мы с Антоном в город и забудем это, как страшный сон. А если он вернется? Этот, Эдуард. Ну, тогда придумаем еще что-то. И вообще, мам, проблему нужно решать по мере их поступления. Дотя, а нельзя это на недельку все перенести? У меня там племенная свиноматка должна вот-вот опроситься. Мама, нельзя. И вообще, у нас очень много дел. Пойдем. Ой. Ну вот. Ой. Ой, боязно мне, Дотя. Выведут нас на чистую воду, позора не оберемся. Не выведут, мама, я все продумала. Зачем нам этот чужой дом? Мы бы твоих гостей, лордов и пэров, и так бы прекрасно приняли, достойно, как полагается. Мама, у нас это в крайней хате на селе с туалетом на улице. Ты не соображаешь, что это вообще не уровень? Вот напрасно. Напрасно ты так говоришь. В старину говорили, моя хата с краю, першим ворогов встречаю. Ну, мам, ну, я не хотела тебя обидеть, правда. Прости. Ну, мам, смотри... И запоминай. Это портрет моего отца, твоего покойного мужа. Вот этот? Да ты с ума сошла? Он на вас совсем не похож. Твой отец, царствие ему небесное, такой формы в глаза не видел? Ну, это не важно. Главное, запомни, теперь... Ты генеральша. Мама, или ты хочешь шокировать приличных людей правдой о моем папочке? О том, как он из милиции, из запоев не вылезал? Или, может, мы расскажем им, при каких обстоятельствах он отошел в мир иной? М? Ну ладно, Дотя. Генерал так генерал. Ну вот и славно. Да, Ларочка. Ты, конечно, с детства была большой фантазеркой, но вот это вот все, мне кажется, это уже перебор. Ну, фантазерка, и что? Моя фантазия меня и кормит. Я лучше всех сочиняю рекламу. Твоя фантазия тебя когда-нибудь погубит. Слушай, ну, может, пока не поздно, давай скажем им правду, а? Ну, ежели все вскроется, ну так неудобно будет. Мам, ну, ты же мне обещала. И мы договорились. Ну, я страсть как брать не люблю, доченька. Только ради твоего счастья. И она все согласна. Спасибо, мам.
Так, ну все, ты давай соберись. А мне в интернете нужно еще почитать про морские сражения и флот. Привет. Прости, что опоздал, пробки и... Сынок, очень рад тебя видеть. Я тебя тоже. А, пожалуйста. Как долетел? Меню в первом классе могло быть получше, но в целом нормально. А где Лидия Камила? Она не может пропустить финал Умблдонского турнира. Потом еще чемпионат по конному спорту. Кубок Англии. Очень жаль. С праздником. Спасибо. А я бы сразу сказала все как есть. Так, ну, так. Из простых, ну, люди хорошие. Порядочная. Извольте любить и жаловать, вообще-то. Ну, я бы тоже так сказала. Но я не успела спокойно подумать. Вот и ляпнула глупость. А потом слово за слово, и так получилось. Теперь поздно пить паршоны. Ну, а сказать, что пошутила, не вариант? Я сомневаюсь, что его отец понимает такие шутки. Ох, ты бы его видел. Он такой важный, напыщенный, просто человек в футляре. Лорд одним словом. Ничего, выкрутишься. Можешь на меня положиться. Сделаем все по высшему классу. Ничего себе, Дамина. Богатые люди эти наши работодатели. Не отвлекайся, мы на работе. Помоги мне выгрузить продукты. Угу. Вот это и вот это бери. Да, да. Здравствуйте. 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 А вы, наверное, те ребята, которых наняла моя дочь? А, ну, если ее зовут Лариса, видимо, да. Ну, правильно. Правильно, Лариса. Ага. А я Прасковья Ивановна, ее мама. А, очень приятно. Я Игорь, а это моя сестра Люба. А, очень приятно. Здравствуйте. Ларочка поехала за парикмахером. Скоро будет. Ну, пойдемте в дом, я вам все покажу. А, давайте, давайте, я вам помогу. Давай. Спасибо. Возьми там еще. Да, да. Вот. Здесь будет проходить торжественный ужин. У вас очень красивый дом. Да, настоящий дворец. Маша, проходи. Нам нужно максимально быстро. Здрасте. А вот и Ларочка. Дотя, ребят, приехали. Это Игорь. Он за дворецкого. Прости, Господи. Это Люба, повар. Люба, здравствуйте. У нас не так много времени. Я надеюсь, вы к ужину успеете? Конечно. Здравствуйте. Я ваш дворецкий. Я поняла. Здравствуйте, Игорь. Я вас где-то видела, но это не важно. Проходите на кухню, там вы найдете все необходимое. Мы спешим. Пойдем, мама. Пойдем, пойдем со мной. Пойдем, пойдем. Давай. Мама, проходи. Заходим, заходим быстрее. Так. Маша, значит так, это моя мама Прасковья Ивановна. Твоя задача – смена имиджа. Нужно сделать так, чтобы она затмевала собой этот дом. Ясно, сделаем. Присаживайтесь, Прасковья Ивановна. Ларочка, Дотя, а вдруг мне не пойдет этот новый имидж? Ну, мама, доверься профессионалам.
Я забыл спросить, а в честь чего праздничный банкет? День рождения, юбилей? М? В честь предстоящей свадьбы. Ларисы. Кто жених? Его зовут Антон. И он постоянный клиент ресторана, из которого меня уволили. А еще он мне очень нравится. Зря я тебя послушал, папа. Нужно было ехать на моей машине. Отвлекись, сынок. Лучше посмотри, какие красоты за окном. Вот она наша. Настоящая, подлинная. Истинная исконность нашей родной земли во всей своей первозданной красоте. Жизнь, обезображенная цивилизацией и свободная от мировой глобализации. И хороших дорог. А зачем ты нанял телохранителей? Правда, у нас уже давно не 90-е. Безопасность никогда не бывает лишней. К тому же, сынок, ты не забыл, что я вообще-то барон, пэр и миллиардер? А если меня похитят и начнут требовать выкуп у палаты лордов? Пап. Тебе никогда не приходилось сталкиваться с тем, что пришлось пережить мне, когда я имел неосторожность однажды посетить родину наших предков. Мне хватило одного дня, чтобы испугаться на всю жизнь. Поэтому не спорю. Хорошо, не буду. Но лимузин, на выборе которого ты настоял, правда, не для этих дорог. Я прям леди. Маш, ой, у вас золотые руки. Подождите, это мы еще макияж не нанесли. Сейчас совсем себя не узнаете. Машенька, а вы уверены насчет макияжа? Мне кажется, в моем возрасте неуместно. Неуместно это стрелки с блестками наносить. Да? Причем в любом возрасте. А мы сделаем пару легких, освежающих акцентов. И потом вспомните, что сказала вам ваша дочь. Доверься профессионалам. Вот это правильно. Люба, я полюбил вас с первого взгляда. Вы необыкновенная. Выходите за меня замуж. Я согласна. Нельзя. Он любит другую и женится на ней. А мне надо взять себя в руки и сосредоточиться на работе. Лариса. Она прекрасна. А какое красивое имя. Но как жестока судьба. И какая злая ирония. Встретил, но тут же снова потерял ее. А вы скоро? Уже заканчиваем. Вау! Доченька, твоя Маша просто волшебница. Такую красавицу из меня сделала. Это точно. Не скромничайте, Прасковья Ивановна. Я просто подчеркнула ваши природные великолепные данные. Ой, да какие там данные? Вот у Ларисочки, Ларисочки мои данные. Ой, перестань. Мама, ты прекрасно выглядишь, но это еще не все. А это еще что? Ну, как твое платье и туфли для выхода. Пощади, Дотя. Какие туфли? Я уж не вспомню, когда последний раз на каблуках-то ходила. Мам, ну ты же мне обещала. Ну, вспомнишь? М?
Слушаю. Прасковья Ивановна, это Тоня. Вы извините, конечно, что я отвлекаю, но Глаша себя ведет как-то очень беспокойно. Так, не тарахти. Говори спокойно, что делает Глаша? Ну, таскает туда-сюда свою подстилку, по загону мечется. Не нравится мне все это. Да все нормально. Она просто строит гнездо. Это подготовительный период перед родами. Ну, в смысле, перед опоросом. Мам, перед каким опоросом? Давай заканчивай. Значит так, сейчас 17:00. Контрольный созвон через 2 часа. А пока продолжай наблюдать. Если будет вести себя агрессивно, не пугайся, так и должно быть. Агрессивно? Все, конец связи. Прасковья Ивановна, подождите. Глаша, миленькая, потерпи, хорошо? Вот вернется Прасковья Ивановна, тогда рожать будем. Люба, как у вас дела? Успеете к назначенному времени? Да, все в порядке. К ужину все будет готово. Я надеюсь, вы помните, что мы ждем очень важного гостя, и все должно быть на высшем уровне. Не волнуйтесь. Гости будут довольны угощениями. А что на десерт? Любовь. Торт «Любовь». А, тот самый замечательный. Мой жених его обожает. Ну все, я пошла, не буду вам мешать. Спасибо огромное, Маш. Пока. Ой, а мне так нравится, Дотя. Была бы моя воля, я бы каждый день так ходила. Тебе очень идет. Войдите. Я прошу прощения. Гости прибыли. Хорошо, Игорь, мы сейчас спустимся. Идите. Ага. Ну что, мам, ты готова? Идем. Ой, аккуратно. Держись. Мам, назад пути нет. Я так волнуюсь, Дотя. У меня аж мурашки по коже. Ну, а вдруг я что-нибудь не то ляпну? И они сразу поймут, что мы не дворяне. Мама, а ты говори только самое необходимое. В подробности не вдавайся. Основной огонь я беру на себя. Угу. Ты прекрасно выглядишь. Да? Добро пожаловать. Благодарю вас, молодой человек. Вы очень любезны. Вы здесь работаете? Да, я дворецкий. Папа вышел из машины. Первый, как меня слышно. Обойди вокруг дома и занимай позицию. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Хороший дом. Да. На старинную усадьбу не похож. Но видно, что принадлежит основательной семье, идущей в ногу со временем. А вот и они. Здравствуйте, Антон, Эдуард Андреевич. Добро пожаловать. Я надеюсь, вы не устали в дороге? Здравствуйте, Лариса. Ну что, я так увлекся здешними красотами, что даже не заметил, как очутился рядом с вашим милым домом. Антон, Эдуард Андреевич, позвольте мне представить мою маму Прасковью Ивановну. С приездом. Рада знакомству. Очень приятно. Какой вы галантный. Благодарю вас. Мама, это мой жених Антон. Прасковья Ивановна, моя мама. Здрасте. Очень рад с вами познакомиться.
Я тоже очень рада тебя видеть. Я очень соскучилась. Я тоже. Ой, а вот это Игорь, наш дворецкий. Он потом вам поможет комфортно расположиться в нашем доме. А, ну, что же мы тут стоим? Пойдемте в дом, к столу. Небось, проголодались, гости дорогие? Одну минутку. Я привез вам подарок. Молодой человек, будьте добры, возьмите сундук в багажнике и несите в дом. Лариса, я, честно говоря, немного удивлен. Вы говорили, что живете в старинном имении. Оказалось, что у вас дом новой архитектуры. А ничего удивительного. Дело в том, что этот комфортный современный дом, он построен на фундаменте нашей старой усадьбы. Да, ведь большевики, они камни на камни не оставили. Разрушили все до основания. Понимаю. Да, а вот раньше вот там были конюшни, вот здесь постройки для прислуги, там псарник, каретный сарай, а там дальше были деревни с нашими крепостными. Все в порядке, мам? В порядке, Дотя. Но, конечно же, наша семья приветствовала факт отмены крепостного права в 1861 году. Это естественно. Да, да, очень жаль, что ничего не сохранилось. Печальная история. Я вам сочувствую. Да, революция разрушила все. Так хорошо, что этот дом, он есть у нас, и он очень много для меня значит. Он согрет традициями и любовью. Правда, мам? Правда. Пойдемте. Разрешите предложить? Папа заходит в дом. Продолжаем наблюдение. Проходи. Благодарю. Я долго думал, что привезти в подарок в честь такого торжественного случая, как знакомство с семьей избранницы моего сына. Молодой человек. И решил, что лучший подарок – это наши фамильные часы Красовских. Они принадлежали еще моему деду, Алексею Павловичу Красовскому. Какая красота, правда, мам? Эти часы нашей семье каким-то чудом удалось вывести за границу после большевистского переворота. Они своего рода символ вечных семейных ценностей, над которыми не властно время. Это прекрасный подарок. Я предлагаю установить их на самом видном месте. А потом мы заберем их в город, в квартиру, в которой мы будем жить с Антоном после свадьбы. Ты не возражаешь, мам? Нет, я не возражаю. Игорь, вы можете перенести часы, пожалуйста? Конечно, легко. Надеюсь, они будут радовать ваш слух боем своим. Звук боя часов? Нет, что вы. Прекрасный звук. Просто как-то непривычно. Все в сборе. Рассаживаются за стол. У меня тоже почти все готово. Вот это и вот это можешь поносить. Ага. Видела я только что этого жениха. Невзрачный такой. Не знаю, что Лариса в нем нашла. Типичный мажор. При богатом папочке. Не говори о нем так. А это еще почему? Во-первых, богатство – это не порок. Uh-huh. А во-вторых, он производит впечатление далеко не глупого человека, способного самостоятельно зарабатывать. И очень романтичного. Видел бы ты, как он делал предложение Ларисе. Хорошо, что я этого не видел. Они, наверное, очень-очень любят друг друга. Дверь открой. Да.
1990 году папа участвовал в миротворческой миссии в Красном море. И его судно попало под обстрел эритрейских сепаратистов. Ларочка, но вы же говорили, что ваш покойный папа был генералом, а здесь изображен вице-адмирал. Все верно. На флоте вице-адмирал – это почти что генерал. Мы с мамой так его и называли. Наш генерал. Папе нравилось. А к какому флоту принадлежало судно вашего покойного мужа? К речному флоту. Странно. Но в официальных источниках нет упоминания о том, что корабли речного флота участвовали в том сомалийском конфликте. Конечно, это же была секретная операция. Об этом знали только главнокомандующие и самые близкие члены семьи экипажа. Да. Сколько еще тайн хранит история нашей многострадальной Родины? Сколько еще событий лежит под грифом «секретно»? А как называлось судно вашего покойного отца? Кушать подано. А давайте пойдем к столу. Холод, как говорится, не тетка. Там и продолжим. С удовольствием. Антон, не знаю, как ты, а я чертовски проголодался. Спасибо. Ничего-ничего, милая. Вот скоро 19:00. Контрольный созвон с нашей хозяйкой. И она нам точно скажет, что делать дальше. И мы с тобой справимся. Как там обстановка? Гостям и хозяевам нравится угощение? Да, все в порядке. Жених поглощает все, что ты приготовила, с невероятным удовольствием, то и дело нахваливая повара. Приятно слышать. Когда хвалят твою работу. Mm-hmm. Торт почти готов, через полчаса можешь подавать. И смотри аккуратно, не урони, когда будешь нести. А что отец жениха? Отец скорее поглощен мамой невесты. Вот вы думаете, бекон – это сало с мясом? Даже не знаю, что и думать. А вот и нет. Видите? Видите эти мраморные прожилки? Вижу. Так вот, некоторые считают, что достаточно завести нужную породу. Ландрас, например, или азиатскую веслобрюхую. И все, дело в шляпе. Но это миф для простачков. Да что вы говорите? Да. Важен грамотный прокорм. Если дать чуть больше костной муки, все. Сало будет жестким, грубым, темного цвета. Это будет, да, что угодно, но только не бекон. Поразительно. Ну, теперь вы понимаете, что свиноводство – это истинное искусство. Теперь понимаю. Прасковья Ивановна, вы настоящий творец. Похоже, твоему папе у нас очень нравится. Да, наши родители определенно нашли общий язык. Изюминка нашего вечера. Mm. Торт «Любовь». Неужели это тот самый? Да. Правда? Я не удержусь, я сразу попробую. Антон, ничего другого я от тебя и не ожидал. Мой сын сладкоежка. Простите, пожалуйста, просто это потрясающе. Мой любимый торт. И его подают только в одном столичном ресторане. Вы знаете, я сам его готовил очень много раз, но мне ни разу не вышло. Антон, а вы умеете готовить? Ну, конечно. Какой вы молодец. А Ларочка мне не рассказывала. Мама, а Антон ведет свой кулинарный блог. А что такое блог? А это такая кулинарная книга рецептов, только в интернете. Да. Ларис, а можно пригласить к нам этого повара?
Я хочу узнать, как у него получилось повторить этот рецепт. Ну, конечно, милый. Игорь, пригласите, пожалуйста, Любу. Да, конечно. Антон с детства большой любитель кулинарного искусства. Ларочка, тебе очень повезло. Это точно. Пойдем. Тебя жених к столу требует. Меня? Зачем? Ему что-то не понравилось? Да наоборот. Он попробовал твой торт, пришел в неописуемый восторг и сказал, что хочет лично познакомиться с тем, кто создал такой шедевр. Так и сказал? Да, так и сказал. Шедевр, поэтому руки вытерла. Пойдем, гости ждут. Можно я не пойду? Ну, ни к чему это. Придумай что-нибудь. Например? Ой, я не знаю. Мне посуду мыть. Или скажи, что я от плиты не могу отойти, или я в муке вся. Так, сестренка, скажу тебе как человек искусства. Поклон – это часть профессии, поэтому идем. Давай, давай. Если бы я не настоял, чтобы Антон поступил на экономический, он наверняка бы стал кондитером. Давай, 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 давай. А вот и Люба. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, это вы? Я... Да, я знала, как тебе угодить, милый. Позвольте вам всем представить Любу, нашего талантливого повара. Мы специально ее пригласили для приезда дорогих гостей. Кстати, когда Антон делал мне предложение, Люба тоже выносила и готовила свой фирменный торт. Да, он называется «Любовь». Вы назвали торт своим именем? А что? Вы считаете это нескромно? Нет, наоборот, я считаю, что этот торт обязан называться именем его создателя. Он великолепен, вы гений. Приятного вам вечера. Подождите, пожалуйста. Может быть, вы сейчас поделитесь вашим рецептом? Нет. Это секрет. Люба, принесите нам, пожалуйста, еще вашего чаю. Конечно, одну минуту. Спасибо, Люба. А? Милый? Милый, ты рад? Очень рад, спасибо большое. А кому добавки? О, нет, я вас. А я не откажусь. Фото для блога, позволите? А, кулинарный блог. А. Бок. Я считаю, что этот торт обязан называться именем его создателя. Он великолепен, вы гений. Вы говорите бекон. Бекон. А взять, к примеру, этот стол или стул. Что в них самое важное? Ну, наверное, красота. Удобство. Согласен. Но гораздо важнее, как и в вашем деле, тоже качество. Потому что качество определяет долговечность. Мебель – это же изделие, которое способно храниться веками. Малейшее нарушение правил обработки и сушки древесины ведет к трагедии. Неправильно обработал древесину, и все. Что? Все, это уже не материал. А что? Это дрова для растопки камина. Да. Ну, я никогда бы не подумала, что процессы в свиноводстве и мебельном производстве так схожи. Что с вами? Вы побледнели.
3 дня, да? Нет-нет, все в порядке. Со мной все в порядке. Просто мне нужно сделать один звонок. По бизнесу. Я понимаю. Делу время. Да-да-да. Я сейчас вернусь. Буквально пару минут. Тоня, как там Глаша? Не знаю, что и думать про Скорее Ивановну. Глаша лежит на боку, тяжело дышит. А роды все не начинаются. Я сейчас была рядом. Да нет, Тоня, я сейчас не дома. То есть я дома, но не у себя. Ой, больше не могу говорить. Держим связь каждые полчаса. Все, отбой. Мама, ты с ума сошла? Ты бы еще в мегафон объявила, что ты не дома. Чтобы все поняли, что наш дом не здесь, а где-то в другом месте. Точнее, крайняя хата на селе. Прости, Дотя, там Глаша. Какая Глаша? Потерпи, пожалуйста, чуть-чуть. Нам осталось продержаться совсем недолго. Давай, ты иди к гостям, а я сейчас приду. Люба, кажется, все идет неплохо. Похоже, нашим гостям все очень нравится. Правда? Да, я думаю, сегодня все гости чувствуют себя здесь как дома. Люба, если обслуживание и дальше будет проходить на высшем уровне, то я удвою ваш гонорар с Игорем. У вас есть какие-то вопросы? Нет. Вопросов нет. Хорошо, работайте. Прекрасно танцуете. По правде говоря, я не танцевал уже очень много лет. Почему? Почему не было достойной партнерши? Такой, как вы, точно не было. Милый, ты не заскучал? О, нет, что ты. Может быть, давай мы тоже потанцуем? Прасковья Ивановна, я уверен, что за границей вы, как талантливый аграрий, имели бы головокружительный успех. Простите, что я не поняла? Я говорю, что не перестаю восхищаться тем, как вы увлечены своим делом. Прекрасный тост. А давайте выпьем. Но в следующий раз я непременно угощу вас своей фирменной домашней медовухой. Ни в каком Лондоне вы никогда в жизни ничего подобного не попробуете. Почту за честь, Прасковья Ивановна. Видела ты, как танцует этот жених? У медведя в цирке на арене лучше получается. Все ноги невесте оттоптал. Эй, сестренка, что случилось? Не исключено, что эти люди, Лариса и ее мама, затеяли что-то нехорошее. Не понял. Похоже, мы участвуем в каком-то грандиозном обмане. Потирай. В каком обмане? Ты можешь объяснить? Я же говорю. Лариса и ее мама явно не те, за кого себя выдают. По крайней мере, этот дом, это точно не их дом. Не их? А чей? Не знаю. Я случайно слышала, как мама Ларисы говорила кому-то по телефону, что она не у себя дома. Но Лариса ее ругала за то, что все узнают, что их дом на самом деле это крайняя хата на селе. Забавный поворот. То есть ты считаешь, что обман это забавно? Нет, конечно. Ну и что ты предлагаешь нам делать? Не знаю. Вот и я не знаю. Поэтому давай пока просто делать свое дело, не забивать голову тем,
что нас не касается. И мыльное все. Я понимаю бизнес. Да-да-да. Слушаю. Слушаю. Скорее, Ивановна, у нас проблема. Роды начались, но вышел только первый послед, а поросенка нет. Ну я же тебя учила. Разрывай плодную оболочку. Я же раньше этого никогда не делала. Как разрывать? Срочно! Там внутри поросенок. Ну как? Руками как? Что случилось? Да понимаете, у меня прямо сейчас рожает Глашка, так. Временная свиноматка. Угу. А плодная оболочка осталась целой. И если ее вовремя не разорвать, то поросенок может задохнуться. Нет, немедленно спасать поросенка. Спасибо. Может быть, чаю? Да, пожалуй. Я тоже не откажусь. Не желаете кусочек торта? Нет, я не люблю сладкое. А я люблю и готов наслаждаться этим шедевром вечность. Так что положите мне этот кусочек. Мама! Потом. Потом, дети. Все потом. Папа, что случилось? Произошло чрезвычайное происшествие. Вопрос жизни и смерти. Мы с Прасковьей Ивановной немедленно выезжаем в свинарник. Куда? Папа вышел из дома. Что-то происходит. Он взволнован. Продолжаю наблюдение. А далеко до вашей фермы? Если по трассе, то 7 км. А если напрямую по проселочной дороге, то 2 км от силы. Давайте по проселочной напрямую. Садитесь в мою машину, я вас подвезу. Эта длинная машина там не проедет. А вот джип. О, джип надежнее будет. Невероятная женщина. Так, не надо, я сам. Это против всех правил безопасности. Мне с этой женщиной ничего не страшно. Я за ней как за каменной стеной. Но по инструкции... Да черту ваши инструкции! Ну, уволь! Мне нужно выйти на улицу подышать. С тобой все в порядке? Да, просто здесь душно. Я пойду на воздух. Я с тобой. Нет, не нужно. Оставайся, отдыхай, фотографируй торт. А я одна пройдусь. И какие теперь наши действия? И что по этому поводу говорит инструкция? Инструкция, похоже, нашему клиенту больше не указ. Ребята, а милорд уехал, охранять больше некого. Вы можете со спокойной совестью зайти в дом, отдохнуть, перекусить. Дворецкий вас встретит и проведет на кухню. Пожалуйста. А где вы научились водить джип? Да после нашего сельского УАЗика в такой машине даже ребенок проедет. Что ты со мной делаешь? Да, еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Извините, я не хотел вас напугать, просто в саду прохладно, и я не хотел, чтобы вы мерзли. Спасибо, Игорь. А я, кстати, вспомнила, где я вас видела на сцене в театре. Это правда. Значит, вы не дворецкий. Нет, я актер. Но ролей переиграл разных и великое множество. Что ж, со своей ролью дворецкого вы справились великолепно. Спасибо, получить похвалу от верного зрителя. Это бесценная награда. Верного зрителя? Да, я не раз вас видел в нашем театре.
Да, это правда. Я очень часто хожу в театр, и у меня там есть любимый ряд и место. Но как вы меня разглядели в зале полном зрителей, еще запомнили? Мне казалось, что кроме вас в зале вообще никого нет. Не нравится мне, что наш папа исчез ночью в неизвестном направлении. Да что здесь с ним станет? Неспокойно мне на душе. А чуйка моя никогда меня не подводит. Давайте пойдем хоть дом поохраняем, что ли? Тише. А позвольте, я вам помогу. Спасибо, не нужно. Это моя работа, а вы здесь гость. Да, но я просто не привык сидеть без дела, так что... Ну, как пожелаете. Мы ведь с вами заочно знакомы. Я приходил в ресторан ради ваших десертов. Да, я знаю. И не раз хотели купить рецепт. Да. В чем его секрет? Ну, правда, в пропорции. В этом тоже. Вы знаете, я себе раньше даже представить не мог, что этот шедевр носит имя его создателя. Это имя достойно названий городов. Перестаньте. Нет, 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 правда. Да каких там городов? Названий кораблей, звезд. Не подлизывайтесь. И в мыслях не было. Я рецепт вам все равно не раскрою. Неси свежую воду. Быстро! Будешь обтирать поросят. А я займусь последом. А я? Что делать мне? Я тоже хочу помочь. Будете резать пуповину. Резать пуповину этим? Да. О. А я вспомнила, в какой роли я вас видела. Вы играли слугу, кушать подано. Стесняйтесь своей роли. Это очень зря. Недаром говорят, что маленьких ролей не бывает. А я совершенно с вами согласен. Да? Кстати, сейчас очень мало кто знает, что раньше именно по умению сказать эту фразу актеров отбирали в театр. Я когда впервые пришел в театр и вышел на сцену, я был так счастлив. Для меня самая безмолвная роль тумбочки не менее важна и значима, чем любая главная роль. Ну, это для меня своего рода творческий вызов. Понимаете, когда ты играешь роль Гамлета, на вас в любом случае будет смотреть весь зал. И неважно, играете вы плохо, играете вы в полсилы, ну, потому что это Гамлет. А вот сыграть, кушать подано, да так, чтобы на тебя... не отрываясь, смотрел весь зал, сопереживал и ловил каждый твой жест. Вот это высший уровень мастерства. Вы знаете, я впервые встречаю человека, который любит театр так же сильно, как люблю его я. Я все равно угадаю. Ну, попробуйте. Мята, кардамон, мускатный орех. Нет, муската нет. Гвоздика. Думайте. Цитрусовая цедра точно есть. Есть, но только одного определенного сорта. Я сдаюсь. Так быстро? Я бы сражалась до последнего. И обязательно угадала бы. Люба, я хотел вам сказать, что
Я еще никогда в жизни не встречал человека, который любил бы кондитерское искусство так же сильно, как люблю его я. Так, так, аккуратненько. Какие же они милые. Я никогда не держал в руках настоящего новорожденного поросенка. Ой. Он не дышит, он умер. А я в детстве всегда мечтала поступить в театральный. И даже играла в школьном театре. Почему не поступили? Не прошла по конкурсу. А что вы играли в школьном театре? Беспреданницу, Катерину из «Грозы Островского». О, так вы были настоящей примой. Да ну что? Нет, нет, подождите. А давайте представим, что вы, ну, что вы актриса. Какую бы роль вы хотели сыграть? Ну, я, наверное, не буду оригинальной, если признаюсь, что роль Джульетты. Так это же здорово. Я ваших рук рукой коснулся грубой. Чтоб смыть кощунство, я даю обед. К угоднице споломничают губы и зацелуют святотатство след. Святой отец, пожатие рук законно, пожатие рук естественный привет. Паломники святыням бьют поклоны, прикладываться надобности нет. Потрясающе. Вы знаете всю роль наизусть. Ну да. А знаете, у меня есть замечательная идея. Идемте. Это что, искусственный массаж сердца? Ну, вроде того. Так, давайте... Что? Делайте ему искусственное дыхание. Как, рот в рот? Вот именно. Ну, давайте, у него слизь могла в легкие попасть. И, а у меня получится, это такая ответственность. Да вы не думайте, вы действуйте. Смелее, ну! Невероятно! Спасли! Я вернул его в стол света! Проскорь, Иван, это же просто чудо! Ну, я тебя расцелую, мой дорогой! Идемте. Идемте, представьте, представьте, что это беседка, это балкон Джульетты. Идемте. Значит так, вы Джульетта, а я Ромео. Помните сцену, когда он пробрался в сад Джульетты, очарованный красотой и юностью? Да, конечно, я помню. Отлично. Тогда начинайте. Что, прямо сейчас? Ну да, почему нет? Ну, смелее, вы же актриса. Светлый ангел, во мраке над моей головой ты реешь, как крылатый вестник неба. Вверху, на недоступной высоте, над изумленной толпой народа, которая следит за ним с земли. Но мне тоже есть чем вас удивить. Да, и я клянусь, что вы не угадаете рецепт. Это мое личное ноу-хау. Давайте. Только уговор не подглядывать. Хорошо. Договорились. Как ты сюда пробрался? Для чего? Ограда высока и неприступна. Тебе здесь неминуемая смерть, когда тебя обнашли мои родные. Меня перенесла сюда любовь. Ее не останавливают стены. В нужде она решается на все и потому, что мне твои родные. Они тебя увидят и убьют. Твой взгляд опаснее 20 кинжалов. Взгляни с балкона, дружелюбней вниз, и это будет мне от них кольчугой. Не бойтесь. Что, неужели невкусно? Там потрясающе вкусно. Я же говорил, что мне есть чем вас удивить. Угадайте рецепт. Конечно. Угу. В основе черничный крем. Так. Из пряностей мускатный орех, угу. Гвоздика и корица.
А вот и не угадали. Как это быть, этого не можешь, чтобы я не угадала? Чувствуете? Перец? Неужели обычный перец? Душистый. Чувствуете? По легенде, чернику с перцем средневековая инквизиция считала основой любовного зелья. И за подобный рецепт сжигали на кострах. Ничего себе. Неужели это правда? Это легенда, но кто знает, как было на самом деле. Святая ночь. Святая ночь. А вдруг все это сон? Так непомерно счастье. Так сказочно и чудно это все. Еще два слова. Если ты, Ромео, решил на мне жениться, не шутя, дай завтра знать, когда и где венчанье. С утра к тебе придет мой человек узнать на этот счет твое решение. Я все добро сложу к твоим ногам и за тобой последую повсюду. Люблю тебя. И я люблю. Так, стоп. Почему стоп? Вы же сказали «люблю». Это сказала не я, Джульетта. Джульетта? Да, ваше «люблю» сказали не вы, а Ромео. Сказал не Ромео, это сказал я. Послушайте, Игорь, мы славно сыграли шекспировские страсти, но мне кажется, мы заигрались. Позвольте мне напомнить, что мы собрались в этом доме совершенно по другой причине. А вот это все неправильно. Так не должно быть. Стоп. Почему стоп? Потому что мы увлеклись с вами и забыли, кто мы и для чего мы здесь. Пожалуйста. Забудьте все, что здесь произошло. Это ошибка. Лариса, погодите. Лариса! Лариса, ваше любимое место в театре 14-е в третьем ряду. Вы никогда не приходите в брюках, вы всегда приходите только в платье. Ваше любимое платье бирюзовое, с кружевами. Вы были в нем 3 раза. Из украшений вы предпочитаете тонкое жемчужное ожерелье. И оно вам очень идет. Когда вам нравится, вы улыбаетесь, неотрывно глядя на сцену. Когда вам скучно, вы поправляете застежку на сумке. Вы в театр всегда приходите сама. Ваш жених с вами был всего раз. И заснул на премьере посреди спектакля. Вы на него сильно рассердились, и он больше с вами не приходил. Лариса, я сейчас не Ромео. И я сейчас не играю. Я полюбил вас, когда впервые увидел из-за кулис в зале. И люблю уже 2 года. Для меня важна каждая деталь, касающаяся вас. Никто не будет вас любить и ценить сильнее и преданнее, чем я. Игорь, опомнитесь, у меня есть жених. Он меня любит, и у нас скоро свадьба. Не выходите замуж, вы совершаете ошибку. Это вы должны опомниться. Вы не созданы друг для друга. Да что вы себе позволяете? Он меня любит. Я его тоже. И вообще, это не ваше дело. Разве когда любят, боятся сказать правду? Этот дом, он ведь не ваш. Этот вице-адмирал на портрете, это тоже не ваш папа. С чего вы взяли? Не бойтесь. Если для вашего счастья это важно, я сохраню ваш секрет. Я люблю вас. И буду любить такой, какая вы есть. Вы жених, и
Вы знакомите своего отца со своей будущей женой, а весь этот вечер в честь помолвки с девушкой, которую вы несколько дней тому назад при всех признались в любви. Стали на одно колено, вручили кольцо и позвали замуж. Я просто повар, который обслуживает этот весь праздничный ужин, извините. Люба! Люба! Люба, подождите. Люба, подождите, давайте поговорим. Не понимаю, что со мной. Люба! Ох, дурак, зачем я ей признался? Кто мне только за язык тянул? Она же теперь черт знает, что обо мне подумает. Хотя нет, все правильно я сделал, все правильно я сказал. Я люблю ее, я должен за нее бороться. Люблю ее. Люба? Так, ты почему плачешь? Что случилось? Кто тебя обидел? Антон. Антон? Что он тебе сделал? Да я его в бараний рог. Он ничего не сделал, не надо его в бараний рог. Я просто... Что? Просто... Люба, ну что просто? Я люблю его. Я очень давно люблю. Ого. Ничего себе. Так а он тебя? Ну, конечно, нет. Как он может меня любить, если он женится на Ларисе? Вот он мерзавец! Не говори о нем так! Ты не знаешь, какой он. Он такой. Какой? Красивый, добрый, умный. У него такой утонченный вкус. Он как настоящий принц из сказки. А знаешь, какой он крем готовит? Ты слышишь? Да. Там кто-то есть. Не бойся, я сейчас посмотрю. Ну что? Да нет там никого. Птица, наверное. Невероятно. Эта девушка, оказывается, меня любит, и даже давно. И мне это почему-то не безразлично. Мне это даже очень нравится, меня это радует. Даже не представляю, что у меня сейчас на душе творится. Это я не представляю. Я хорошо представляю. Помнишь, я рассказывал тебе о девушке? Зрительнице нашего театра, которую я полюбил и не знал, где искать. Помню. Так вот она здесь. И это Лариса. Что? Ой, ничего себе. Да, сестричка. Так что мне тоже не весело. Братик мой. Бедный мой.
Я даже не знаю, что тебе сказать. Она чужая невеста. Смирись. Нет. Я не собираюсь смиряться. Никогда. Что ты собираешься делать? Пока не знаю, но я буду бороться. Так, все, идем, тут холодно, ты еще простудишься. Давай. Кашлять будешь тут, нет. Ну надо же, целых 18 штук. Наша Глаша настоящая рекордсменка. И все поросята живы. А все благодаря вам, Эдуард Андреевич. Вы действовали решительно, отважно, безупречно. Вы настоящий герой. Спасибо вам, Прасковья Ивановна. А ведь я сегодня впервые спас жизнь. По-моему, это надо отметить. А я не вижу препятствий. А знаете что? А давайте-ка я для начала растоплю баньку. Ну, нам надо помыться, переодеться. А потом я вас угощу своей фирменной медовухой. А? Идет? Замечательная идея. Не выходите за него замуж. Вы совершаете ошибку. Это вы должны опомниться. Вы не созданы. Не созданы друг для друга. Так, ситуация выходит из-под контроля. Мне надо срочно собраться и расставить все на свои места. Я невеста. Я скоро стану женой. Кстати, а где моя мама и будущий свекр? Куда же они подевались? Я искал вас. Для чего? Наверное, для того, чтобы услышать, что вы меня любите. Вы что, подслушивали? Нет, я случайно. Вам все послышалось. Я все четко слышу. Да. Ну и что вы в связи с этим намерены делать? Ну вот видите, молчите. Вообще, лишнее знание, они множат печали. Так что вы впредь не подслушивайте чужие разговоры. Я не подслушивал. Правда. Угу. Да и вообще, дело не в том, что я услышал, а в том, что я почувствовал. Ну? Ну что же вы почувствовали? Что-то новое. Что? Новое и... Что? Непонятное. Я чувствую, что... Что? Чувствую, что я не хочу с вами расставаться. Вы не в себе. Хочу, не хочу, чувствую, не чувствую. Знаете, есть слова и... Поважнее. Долг, честность, порядочность. Светает. Знаете, мне нужно возвращаться к своей работе, а вам к вашей невесте. Вот ваш крем. А мне пора готовить завтрак. Thank you.
вы здесь делаете? Так что, баньку топлю, веники готовлю. Да вы чего стоите? Проходите. Сейчас вас парить буду. У нас здесь все по-простому. Лариса, Прасковья Ивановна, отец. Я вынужден сказать, что я, к сожалению, поторопился, и свадьбу придется отменить. Мама! Мне очень жаль. Да что же это делается-то, а? Ларочка, дочь моя, кровинушка моя. На все село, на весь мир опозорена. Да будь ты проклят, да хлыщ ты лондонский. Да пропади ты пропадом со своими сэрами, с рухами. Подлец, ты мне больше папа. Не сын. Ларис. Да как ты мог, да я ж любила тебя больше жизни. Да ты ж разбил мне сердце, как мне теперь жить. Мама, не держите меня, я пойду в реку утоплюсь. Люба права, я действительно не в себе. Мне надо успокоиться. Мне надо успокоиться и вспомнить, зачем я сюда приехал. Я сюда приехал, чтобы познакомить отца с моей будущей женой и моей будущей тещей. Да. А где сейчас мой отец? Снимайте простынь. И ложитесь животом вниз. Мне, честно говоря, как-то неловко. Смелее, милорд. Какие условности, когда есть угроза простудиться? Хорошо-то как! Ехали квазаки из дому до дому. Изманули Алю, забрали свою. Ой, ты, Алю, Алю молодая, изманули Алю. Проснулся, выглянул в окно, на топик выглянуло солнце. Прованс по радио играл, заставил улыбнуться. Перепутаны носки и чувства. Мне с тобою так легко и не пусто. Мне с тобою целый космос в помощь. Карамель и мед. Кто меня поймет? Ой, невероятная. Невероятная женщина. О-да. Имение Красовских. Доброе утро, леди Камилла. Нет, сэр Эдуард пока не звонил. Как только позвонит, непременно передам. До свидания, миледи.
то самое курортное. 20 лет провисел ненадеванным. Я не поправилась. По-моему, даже похудела. Ой, Васька, алкаш несчастный. Путевки пропил, деньги на курорт пропил. Так никуда не поехали. Сделано в СССР. Вот жизнь, а? Страны нет. Фабрики нет. А платье выдано. Знал бы ты, Василий, что после смерти адмиралом станешь. А, ты здесь? А я тебя везде ищу. А ты где? Здесь. Крем делал. Всю ночь? Значит, ты делал то, что ты любишь, да? Да. А ты где была? Я тоже тебя искал. Я была в саду, прогуливалась под звездами, дышала свежим воздухом, вспоминала пьесу Шекспира. Значит, тоже делала то, что любишь. А, да, да. А ты взволнован, что-то произошло? Нет, просто не могу дозвониться отцу. Может, у них что-то случилось. Да, я, кстати, тоже маме не могу дозвониться. Какое на вас прекрасное платье. А, спасибо. Оно вам очень идет. Спасибо. Я называю его курортным. Вот. Попробуйте. Настоящая домашняя медовуха. Я сама делаю. Благодарю вас. Да, только пейте осторожно, потому что напиток настоящий, выдержанный. И градус может голову ударить. Скажите, а покойный вице-адмирал не был бы против, что я... Да ну что вы, совсем не это. Широкой души был человек. Да, а ваш смокинг я в тазике замочила. В лотосе. А. Уважаемая Прасковья Ивановна, до знакомства с вами я жил словно в футляре. Я всего избегал и остерегался. Можно сказать, что я и не жил совсем. Прошлая ночь самая невероятная, судьбоносная, главная ночь в моей жизни. И она изменила все. Благодаря вам я совершил очень важный поступок. Я участвовал в спасении и спас жизнь. Я хочу выпить за вас. За ваш талант и бесстрашие. За оптимизм и жажду жизни. Вы с легкостью могли бы управлять не только фермой, но и целым государством. Вы невероятная женщина. Ну, а вы, Эдуард Андреевич, вы невероятный мужчина. Вы знаете, я, честно говоря, думала, что вы в последний момент сдрейфите. Ну, когда нужно было реанимировать поросенка. Я думала, что вам вообще будет слабо. Но вы проявили, ну, просто настоящие рыцарские качества. Вы очень смелый и отважный мужчина. И еще. Вы очень красивый.
Я, конечно, очень извиняюсь, но вот ваши телефоны в свинарнике забыли. То они звонят, звонят, поросят распугали. Ой, про телефон-то мы забыли. Со мной такого никогда не случалось. Ой, от Ларисы 20 пропущенных. И от Антона столько же. Сынок, я сейчас не могу говорить. Мы тут такое пережили, я тебе потом перезвоню. Дотя, я сейчас не могу говорить. Будь умница, я тебе потом перезвоню. Что у них там происходит? Ничего не понимаю. Прасковья Ивановна, что с вами? Вас что-то беспокоит? Вот знаете, я раньше так и не решилась бы сказать вам правду. Но вот после той драматической ночи, что мы с вами пережили вместе... Ну, конечно. Вы можете рассказать мне все, что вас волнует. Я обещаю, что выслушаю и пойму все, что бы вы не рассказали. Эдуард Андреевич, дорогой, я вынуждена вам признаться, что вот это вот и есть наш с Ларочкой родной дом. А те хоромы, они не наши. Они в аренду сняты. Ну, просто понимаете, ну, девочке очень хотелось произвести на вас приятное впечатление. Но она немножко преувеличила. Не сердитесь. Да, она преуменьшила. Ну, потому что этот дом намного лучше того. Здесь теплее, вкуснее и веселее. Правда? Да клянусь! Здесь я испытал самое прекрасное впечатление своей жизни. Здесь же все настоящее, наполнено жизнью. А ваша баня? Да она же круче любого спа-салона. А еще, Эдик, мы не совсем дворяне. Не, ну то есть двор-то у нас, конечно, есть. Есть двор, но это не в том смысле, в котором бы вам хотелось. Вы не дворянка. Вы королева. Прасковья. Я всегда мечтал, чтобы рядом со мной была такая женщина, как вы. Выходите за меня замуж. Я вас предупреждала. Осторожнее с медовухой. Если я пьян, то я пьян только от любви к вам. Вы выйдете за меня? Ну и подумаю. Ну не можем мы уехать. Нас наняли на 2 дня. Мы должны немедленно уехать. Иначе это может плохо закончиться. Алло. Мама, наконец-то я дозвонилась до тебя. Что у вас там происходит? Куда вы пропали? Ты только не волнуйся, Дотя. Произошло совершенно неожиданное событие. Эдуард Андреевич сделал мне предложение. Предложение? В смысле, какое предложение? Как какое? Замуж, конечно. Что тут непонятного? Я вот только не знаю, соглашаться мне или нет. Да, и еще. Ты не ругайся, Дотя, но я сказала правду Эдуарду Андреевичу о нашем настоящем доме. И что мы не дворяне. Да, и как он отреагировал? Да замечательно! Да замечательно он отреагировал! Да? Пожалуйста, приедь, подержи меня, я так волнуюсь. Но я ж теперь тоже вроде как невеста.
Короче говоря, ждем вас с Антоном дома. На стол накрою. Приезжайте. Все, больше не могу разговаривать. Пока. Пап, наконец-то ты взял трубку. Мне нужно с тобой посоветоваться. Я... Сынок, потом. Тут такое. Я женюсь. Что? Я сделал предложение Прасковье Ивановне, и теперь очень волнуюсь, согласится она выйти за меня или нет. Сынок, приезжай, поддержи меня морально. Ты же понимаешь, что женихом я был только один раз в жизни. А это было 35 лет назад еще с твоей мамой. Это такая ответственность. Я очень за тебя рад, но как же леди Камилла? Черт. Я совсем о ней забыл. Это непростительно для меня, как для благородного человека. Спасибо, что напомнил, сынок. Да, это будет, конечно, неловкий момент. Ну, что поделаешь? В конце концов, Камиле я ничего определенного не обещал. Предложение руки и сердца не делал. Как истинная леди, она должна понять меня правильно. Надеюсь, ты меня понимаешь? Я понимаю. Пап, я тебя очень хорошо понимаю. Мы с Ларисой скоро приедем. Кстати, твоя Лариса такая смешная. Представляешь, она выдумала, что тот дом – это их родовое гнездо. И что они с мамой из дворян. В общем. Приезжайте, мы с Прасковьей вас ждем. Отбой. Подожди. Антон? Ты говорил с отцом? Да. И что он сказал? Не поверишь? Сказал, что сделал предложение твоей маме. И все? Нет. Что еще? Сказал, что ты большая фантазерка. Это же нужно было такое выдумать, что вы дворяне, у вас свое родовое поместье. Зачем? Ты сильно на меня сердишься. За что? За что мне на тебя сердиться? Я так рада, что ты и твой папа все правильно поняли. Mm. Ну что, поедем к нашим родителям в твое второе родовое поместье? Mm-hmm. Прости. А куда это вы собрались? Антон, милый, людям надо уезжать. Если нужно, мы можем остаться. Игорь. Конечно, нужно. Мой отец сказал, что банкет будет продолжаться, и нужно держать уровень до конца. Но мама сказала, что она и так сама все наготовит. Ларис, в такой-то день пожалей маму. Я готов. Даже денег за работу не возьмем. Ради вашей мамы и ради вашего папы, конечно. Нам действительно пора ехать, извините. Подождите, Люба, но почему пора? Вас же нанимали на 2 дня, верно? Верно, Ларис? Вот, значит, вы обязаны доработать. И вообще, мы без вас не справимся. В твоем вот другом поместье есть электричество? Прекрасно, что вы взяли кухонный комбайн. Люба, я прошу вас приготовить ваш фирменный торт «Любовь» по вашему секретному рецепту. Ну, хорошо, милый, если ты настаиваешь. Да, настаиваю. Ну вот, моя родная деревня, мой дом родной. Прекрасный дом. Правда? Я так тебя люблю.
Ну, наконец-то! Мамочка. А мы уже заждались. Мама. Дотя, Дотя. Сын. У вас потрясающий дом. Да. Спасибо. Счастливо оставаться, нам уже пора. Подождите, куда вы спешите? Оставайтесь. Хлопцы, да вы что, здесь такая банька, а рыбалка? И удочки есть. Конечно, вон там. Почему бы и нет? Пап, можно тебя на минутку? Простите, мне просто очень нужен совет по важному вопросу. Да. Пап. Ух ты. В общем, допустим, один молодой человек из достойной семьи сделал предложение порядочной девушке, но... Но потом, возможно... Возможно, он подумал, что он поспешил. И, возможно, он понял, что любит другую девушку. Как он должен поступить в такой ситуации? Ну, я считаю, что в данном случае ключевое слово «возможно». Пусть этот молодой человек для начала определится, действительно ли он поспешил и действительно ли любит другую. Но разорвать помолвку просто так, без уважительной причины, с любящей, порядочной девушкой – непростительный поступок. В этом случае он подлец и мерзавец. А кто это? Я его знаю. Это часом не Виконт Чаттерли? Нет, нет, папа, нет. Это не он. Спасибо, мне очень важно было услышать эти слова. Ну, не за что. Да, прощайся. Дотти, он такой, такой. В общем, я подумала и решила выйти за него замуж. Мам, ну, если ты уверена, то я буду очень за тебя рада. Да? Спасибо, Дотя. Я знала, что ты меня поймешь. Он замечательный. Он замечательный мужчина. Я таких никогда не встречала. И это прекрасно. Это прекрасно, что у твоего мужа будет всегда перед глазами такой пример, как его великолепный, благородный, смелый и решительный отец. Мама, слушай, а скажи, как ты поняла, что ты не ошибаешься, и это именно тот самый мужчина твоей жизни? Да не знаю, Дотти. Сердце, наверное, подсказало. Сердце в таких делах никогда не обманет. Зачем ты согласился сюда приехать? Ты понимаешь, что наше присутствие здесь – это неправильно? Что ты задумал? Ничего не задумал. Иногда нужно слушать, не трогай тяжелое. Иногда нужно слушать не только свой разум, но и свое сердце. А мое сердце говорит, что я должен быть рядом с человеком, которого люблю. А твое сердце что говорит? Мое сердце мне говорит, что мы на работе. И моя задача – готовить торт. Колбаски возьми домашние. Ой, я вот тут вот подумала хорошенько, с дочерью посоветовалась и решила принять предложение Эдуарда Андреевича. Эдик, дорогой, я согласна выйти за тебя замуж. Мама, как я за вас рада. Да, пап, ты молодец. Антон, сынок, не зря говорится, хочешь узнать, какой будет твоя жена, посмотри на ее мать. Тебе очень повезло. А давайте
Выпьем за твою невесту Ларису и за ее замечательную маму. Правильно. За нашу и вашу дети свадьбу. Ура, 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 ура. Да. Ура. 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 А я вот о чем подумал. А может, нам пойти посмотреть, как там поживает наш поросенок Мишка? Обязательно. А заодно и Глашу роженицу нужно проверить. Ну как? Попейте молочка. Настоящее домашнее, без консервантов. Здорово, когда два любящих человека занимаются тем, что им обоим нравится, правда? Да. Компот? Зачем вы сюда пришли? Выполняю свою работу. Забочусь о комфорте веренных мне гостей. Дорогой, у меня что-то голова разболелась. Я пойду найду таблетку. Доча! Может быть, Люба хочет тоже порося посмотреть? Люба занята, она торт готовит. Благодарю, не хочу. Лариса! Лариса, постойте. Лариса! Ну что вы ко мне привязались? Почему вы не уехали? Потому что я не хочу уезжать, понимаете? Да постойте вы, выслушайте меня. Антош, а что-то Ларочки долго нет. Она там таблетки-то нашла. Вы спите! В театре на премьере! Лариса, я не понимаю, что он говорит. Антон, не слушай его. А вы, Игорь, замолчите! А я не замолчу! Я вызываю вас на дуэль здесь и сейчас! Перестань! Да ты... Я не возражаю. На чем будем драться? Что предпочитаете? Мечи, шпаги, револьверы? Все равно. Я знаю. Пройдемте. Стойте! Дамы,
Даже не думайте. Это дело чести. Я думаю, что перед дуэлью нам нужно поговорить. Не возражал. Так только не паникуйте. Думайте. Куда ведет эта дорога, по которой они поехали? К реке. Я побежала за ними. Хорошо, тогда я за Прасковьей и Эдуардом. Где они? Где-то там. Так, а... Молчи, говорить буду я. Ага. Хорошая погодка, да? Чё ревешь? Простите. И вам не хворать. А можно мы у вас пистолеты возьмем на полчасика? Две штуки. И сразу верну. А зачем вам пистолеты? По банкам пострелять. Да. А с лицами-то что? Это комар укусил. У меня аллергия. Нет, ребята, оружие табельное. И передача третьим лицам не подлежит. Нет, так нет. Ну да, спасибо. Ой, а это что, у вас клюет, что ли? Клюет. Смотри, смотри, крупнячок. Давай. Не спеши. Давай. Тяни, давай. Под саку было. Давай. Что Антон и Игорь собираются убить друг друга. А куда они поехали? Лариса сказала в сторону реки. Остановитесь. Не убивай его, пожалуйста. Ну, пошла! Может, еще успеем, не поубивая друг друга. Не убивай его, пожалуйста. Ты сейчас ничего не перепутала? Ты заметила, что защищаешь от выстрела его, а не меня? По какой дороге они могли поехать дальше? Антон и Игорь решили друг друга убить. Мы поехали их спасать, Коля и Тоня. А где лимузин? А где телега с лошадью? А где все? Где моя дочь? Лара! Лара, Ларочка! Дочка, ты где, Лара? Прости, пожалуйста. Тебе не за что просить прощения. Ты молодец. Ты
просто сейчас сделала свой выбор. Ребят, я искренне желаю вам счастья. Но если я узнаю, что ты обижаешь мою бывшую невесту, то оторву голову. Да здравствует любовь! Это что, выстрел? Он самый. Неужели не успели? Но! Но вошла! Но! Выстрел был точно с этой стороны? Точно, точно, выстрел был. Причем из моего Макарова. А где труп? Прекратите немедленно! Нет, ну я в том смысле, что если стрелявший попал в цель, то был бы труп. Хотя... труп могли скинуть в карьер. Ой. Ну, я уверен, что никто ни в кого не попал. А что нам теперь делать? Где их искать? Понятия не имею. Ну, мы же не можем просто так здесь стоять и ничего не делать. Они должны быть где-то здесь, недалеко. Слышите? Они там. Мальчик, ты что здесь делаешь? Козу пасу. Скажи, а ты недавно здесь никого не видел? Видел. Два дядя и тетя. С ними все в порядке? Они живые? Ох, слава богу. А куда они пошли? В какую сторону? Туда. Туда! 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 Я так за тебя испугалась. Я очень тебя люблю. Олечка, дорогая, я сделаю все, чтобы ты была счастлива и никогда, никогда не пожалела о своем решении. С вами я не знал, что такое любовь. Я так, наверное, глупо. Пап? Пап, ты куда так спешишь? Что случилось? Может, ты мне объяснишь, что случилось? Что это значит? Господи, взрослые люди ведут себя, как дети малые. То драку устроят, то дуэль. Надо было не слушать Игоря, уезжать сразу же. Ну что теперь будет? Вон они, вон они. Я тебе сейчас все объясню. Ты, главное, пожалуйста, успокойся. Давай я тебе воды принесу. Да не хочу я никакой воды. Я успокоюсь только, когда ты мне объяснишь, что случилось. Давай сразу с главного начну. Свадьбы с Ларисой не будет. Ты сошел с ума? Ты что, хочешь, чтобы нас с Прасковьей Ивановной инфаркт хватил? Ты сделал Ларисе официальное предложение. Подарил кольцо, познакомил родителей, а теперь идешь на попятную? Пап, я просто встретил девушку. Вот. Ах, ты просто встретил девушку? Может, ты забыл? Тогда я тебе напомню, что в нашем роду так не поступают, потому что чтут такие понятия, как долг, ответственность и порядочность. Мы красовские люди чести. Слушай, а как же твоя леди Камила?
Ну, ты же тоже хотел делать предложение до того, как встретил Прасковью Ивановну. Это некорректное сравнение. Да ты что? В отличие от тебя, я ее замуж не звал и кольца ей не дарил. Леди Камиле я ничего не обещал. Не успел. К счастью. Значит так. Если ты совершишь подлость и откажешься от брака с Ларисой, я лишу тебя всех прав. Вышвырну семейного бизнеса. Оставлю без копейки. По миру пойдешь с волчьим билетом. Ты лишишься всех титулов, званий и дипломов. Твое имя будет покрыто позором во всех приличных деловых кругах всего мира. А наследство можешь забыть. Я отрекусь от сына мерзавца. Долг и честь для нашего рода, для меня, это не пустой звук. Твоя жизнь будет разрушена до основания, навсегда. Такой позор смывают только кровью. Все, что ты сможешь сделать после этого, только застрелиться. Боже. Боже, что я наделала? Пап, ты вправе поступить так, как считаешь нужным. Но сначала я тебя прошу, выслушай меня до конца. Хорошо. Я тебя внимательно слушаю. Свадьбы с Ларисой не будет не только потому, что я встретил девушку, а потому что Лариса, как выяснилось, любит другого человека и хочет быть с ним. И как же это выяснилось? При определенных обстоятельствах. Но согласись, что это достаточно веская причина для разрыва помолвки и отмены свадьбы. И есть еще одна причина. Помнишь, я спрашивал у тебя совета, и ты сказал, что этот молодой человек должен сначала понять, действительно ли он поспешил и действительно ли он любит другую. Да, помню. Я действительно поспешил, пап. Я люблю другую девушку. То есть ты тогда спрашивал совет для самого себя? И кто эта девушка? Ты ее знаешь? Слушай, поехали, я тебя познакомлю. Ну, поехали. Кстати, а что ты тут делал? Ну как, что, букет собирал для своей любимой девушки. Молодец. Кстати, у меня тоже есть девушка. Подожди, я ей тоже нарву букет. Мама! Доченька, слава богу, ну где ты была? Я тебя обыскалась. А мы все в порядке. А где Антон? Где Игорь? Что с ними? Это правда, что они хотели друг друга убить? Конечно же нет. Ну так мы с Эдиком нашли записку. Это уже не важно. Мама, присядь, я должна сообщить тебе очень важную новость. Присядь, присядь. Свадьбы с Антоном не будет. Он все-таки решил, что ему нужна настоящая дворянка. Да нет, мам, дело не в этом. Дело в том, что он узнал, точнее, я узнала, что я люблю совершенно другого человека. А вот и он. Вот, мой любимый жених. А, здрасте. Здрасте. Еще раз. Давай я, наверное, пока сам с Любой поговорю. Просто Люба ведь еще не знает о моем решении. Сынок, Люба девушка удивительная. Умная, красивая, трудолюбивая. Такие, как она, большая редкость. А что, если она не захочет выйти за тебя замуж? Ну-ну-ну-ну, не бледней.
В любом случае, я желаю тебе удачи. Я пока поищу Прасковью Ивановну. Надеюсь, ей понравится мой букет. А ты иди к Любе. Поговори с ним. Давай. Иди, не бойся. Иди. Прошу прощения, баронесса, что я беспокою вас, но я никак не могу дозвониться к вашему сыну. Сэр Эдуард уже 3 дня не выходит на связь. Я очень переживаю. Дорогая леди Камилла, мой сын сейчас гостит у моего внука. Они давно не виделись. Наша историческая родина очень большая. И связь может быть неустойчивой. Но наберитесь терпения. Сигнал вашего мобильного телефона падает на просторы Восточной Европы через спутник из космоса. Представляете? Из космоса. А мне что делать? Ну, принять этот факт как непреложный закон. Космос такой большой, а мы такие маленькие. Да. Да, конечно, я понимаю. А вот поехали бы с Эдуардом, и причин для беспокойства не было бы. А я ведь советовала. Вы были абсолютно правы, баронесса. И если сэр Эдуард вам позвонит, передайте ему, что я за него очень волнуюсь. Да. Да, конечно. Непременно передам. Дура ты крашеная, Камилла. Куда тебе тягаться с нашими бабами? А? Не та. Не та теперь темза. Ни хрена не клюет. Дорогая любовь. Так, а что сказать дальше? Дорогая любовь, я вас очень люблю и хочу представить своему отцу. Так, это полная фигня. Люба, ты согласишься выйти за меня замуж? Ладно. Лучшее решение – это экспромт. С ребятами все в порядке, все живы, здоровы. Спасибо, я знаю. А лимузин что, вы его нашли? Все в порядке, стоит за забором. Возле калитки! А давайте я вам помогу. Я очень хорошо умею управляться лошадьми. Что вы? Нет, мне совершенно не сложно. Давайте. Держите. Держу. Такой букет был. Ну, вы не переживайте, ничего страшного. Я вам покажу, где другой нарвать. Будет еще красивее. Правда? Да. Ну, ешь тогда. Приятного аппетита. Люба, вы где? Люба! А где Люба? Не знаю. Извините. Простите, а вы не видели повара? Девушку-повара, Любу? Что? Вы меня простите, пожалуйста. Мы ничего плохого даже не думали. Пожалуйста. Это... В расчете. Да. Живите дружно, детки. Любите друг друга. Будьте счастливы. Спасибо, мама. Спасибо, мама. Благословляю вас.
Да, да, все хорошо. Где твоя сестра? Я не знаю. Ой, СМС-ка от нее. Извини, братик, пришлось срочно уехать. Прости, можно? Да. Держи. Не хочу ломать жизнь тому, кого люблю. Машину оставлю на железнодорожной станции. Ключи у дежурного по станции. Обнимаю, Люба. Можно я позвоню? Да, конечно. Спасибо. Абонент временно недоступен. Где у вас железнодорожная станция? Здесь рядом, прямо по этой дороге. Спасибо. Сынок, ты уже поговорил с Любой? Нет, пап, все потом, потом. Она согласна? Даже не думайте, молодой человек. Вы своим сафари машину мне поцарапали, а велосипедом багажник испачкали. Слушайте, я вам все оплачу. Дайте, пожалуйста, ключи. Слушайте, мне очень нужны ключи. Мне нужно... Антон! Что? Поздно, электричка уже ушла. Если я увижу, что кто-то из вас зевает в зале, тут же немедленно будете уволены. О! Здравствуйте, молодой человек. Очень рады вас видеть снова в нашем заведении. Ну что, решили заказать свадебный банкет? Отличное решение. Нет, нет, я по другому поводу. Я ищу девушку, Любу. Она готовила у вас торт «Любовь». Вы можете ее позвать? Нет, не могу. Почему? Если она занята, я подожду. Видите ли, Люба здесь больше не работает. Ее уволили. За что? Она великолепный повар. За несоответствие служебным обязанностям. Не понимаю. Чем она могла не соответствовать? Молодой человек, не хотите ли попробовать наш новый десерт? Нет. Спасибо, аппетита нет. Я стучал, но ты не слышал. Там просто дверь была открыта и... Проходи, проходи, нормально. А ты переезжаешь к Ларисе? Да. Начинаю, так сказать, новую жизнь. А Люба не звонила? Чего? Люба не звонила? Нет. Так. И ты действительно не знаешь, где ее можно найти? Дружище, я рад бы тебе помочь, но наверняка я знаю только одно. То, что с собой она взяла только самое необходимое. Так, может, это значит, что она просто ненадолго и скоро вернется? Нет, это вряд ли. Ключи от квартиры она оставила. А значит, не вернется. А где мне теперь искать? Я не знаю. А знаешь, если ты теперь переезжаешь, тогда эту квартиру буду арендовать я. Зачем? Тебе жить негде? Конечно, есть. Где просто, чтобы не пропустить, вдруг Люба появится или позвонит. Или там напишет телеграмму. Вот. Буду ждать ее здесь. А если ждать придется очень долго? Значит, буду ждать.
новый повар? Да. Рейс у нас будет долгий, нюансов много. Пойдемте, я введу вас в курс дела. Абонент временно недоступен. Антон Эдуардович, вот, прошу. Все как положено. Прошу уволить по собственному желанию. В смысле? Подожди. Лариса, но ты же прекрасный специалист и ценный сотрудник компании. Антон, спасибо тебе большое за доверие, за сотрудничество. Но я наконец-то поняла, что я хочу посвятить жизнь тому, что люблю больше всего на свете. Да, я всегда знал, что ты очень смелая и решительная. А еще большая фантазерка. Да, этого у тебя не отнять. И еще, Антон, я искренне желаю тебе счастья. Я знаю, что ты ищешь Любу. Желаю тебе найти ее как можно скорее. Я тоже желаю тебе счастья. Ты молодец, ты. Ты молодец. У тебя есть настоящая смелость изменить свою жизнь и делать то, что ты действительно хочешь делать. Спасибо. Раскрутка артистов по СМИ, обновление репертуара, гастроли за границей. И это только краткое описание развития театра на ближайшие полгода. Это грандиозно. То, что вы предлагаете, это просто грандиозно. Я не знал. Я просто даже не предполагал, что наш театр может быть таким процветающим и успешным. Вы открыли мне глаза. Может. И я замечу, что это только начало. Дальше больше я вижу неисчерпаемые возможности. А как вы смотрите на то, чтобы остаться работать в нашем театре? Например, директором по развитию. Вы нам очень нужны. Я соглашусь, но при одном условии. Я согласен на любые условия. Вы вернете в театр актера Игоря Велесова и дадите ему главные роли. Кого? Велесова? Да. Ну, не знаю. Я поняла, что мы не договоримся. Ну что ж. Постойте. Давайте попробуем. Я вся на нервах, Дотя. После свадьбы, как только будет готов загранпаспорт и виза, мы с Эдиком едем в Лондон. Ну, по этикету он должен представить меня как свою жену при дворе английской королевы. Ой, мам, представляю, как ты волнуешься. Чё? Из-за королевы? Угу. Да ничуть. Вот понравлюсь ли я его маме-баронессе? Дотя, я тебя прошу, поклянись, что ты никогда не проговоришься, кем на самом деле был твой покойный отец. Мам, от тебя ли я это слышу? Да, да. Ты сама виновата, что так получилось. Теперь для Эдуарда и его мамы-баронессы мой покойный муж, вице-адмирал, погибший в сражении. Не волнуйся, я никому не скажу. Это будет нашей фамильной тайной. Мама, ты после свадьбы там останешься жить, да? В Лондоне? Ну да. Да не в жизнь. Что я там забыла? У меня тут хозяйство, Глаша, поросята. Так а как же Эдуард Андреевич? Он подданный. У него там палата лордов. А Эдику я поставила ультиматум. Либо он возвращается на свою историческую родину, либо все, свадьбы не будет. Объявляю вас мужем и женой. Жених можете поцеловать невесту.
Миледи, я не могу вас пропустить. Сэра Эдуарда нет дома. Он сейчас в отъезде. Что такое? Знаю я, в каком он отъезде. Да? Вот тебе, сэр Эдуард! Что вы делаете? Что я делаю? А вот что я делаю. Вот тебе! Это не бросайте! И передайте своему милорду, что он камель! А теперь, уважаемые родные и близкие, можете поздравить молодоженов. Мамочка, поздравляю! Поздравляю! Спасибо! Спасибо, Дотя! Счастливой семьи не жизни! Ой! Я очень за тебя рад. Правда. Поздравляю. Спасибо, сынок. Я тоже очень хочу, чтобы ты, наконец, был счастлив. Ты не нашел еще свою любовь. Еще нет, но я обязательно ее найду. Я тут. Берите. У нас генеральная репетиция через полчаса, поэтому много времени я тебе уделить не смогу. Я понимаю, конечно. Я у тебя и не заберу много времени. Сразу к главному вопросу. Новостей от Любы не было? Нет. Ты мне не врешь случайно? Ну не может же быть, чтобы твоя сестра с тобой совсем не общалась. Да, она даже на свадьбу мою не приехала, ты же сам знаешь. Прислала подарок, поздравление, откуда неизвестно. То есть ты брат, который совершенно не знает, где его сестра? Да пойми ты, она просто не хочет, чтобы кто-то знал, где она. А. Понимаю. Если будут хоть какие-то новости, дай знать. Удачи. Я думаю, что перед дуэлью нам нужно поговорить. Не возражаю. Ты правда так любишь Ларису? Больше жизни. А она тебя? Она запуталась. Если ты хочешь, чтобы она действительно была счастлива, мы должны помочь ей сделать правильный выбор. У тебя что-то случилось? Я просто не могу много говорить. У меня только что опять был Антон. Слушай, я больше не хочу ему врать. Поговори с ним. Я уверен, что сбежав, ты совершила ошибку. Алло. Люба, ты меня слышишь? Ну скажи что-нибудь, не молчи. Я не могу. Я очень рада за вас с Ларисой, но я не думаю, что Антон действительно меня любит. Возможно, он увлекся или что-то ему показалось. Когда он это поймет, я... В общем, мне снова будет очень больно. Понятно. Твой подарок на свадьбу мы с Ларисой получили. Спасибо, очень красивый сервиз, но лучшим подарком был бы твой приезд. Может быть, хоть
На мою премьеру приедешь. Прости, я не могу тебе ничего обещать. Я просто не знаю, как далеко буду. Но я постараюсь тебя поздравить. Береги себя, сестричка. Полицию обращался, я нанимал частного детектива, но она как сквозь землю провалилась. Я не знаю, где ее искать. Ларис, у тебя же прекрасная фантазия. У тебя всегда был фонтан нестандартных идей. Что бы ты сделала на моем месте? Я бы ловила на живца. В смысле? Все очень просто. Просто подумай, что может ее тронуть и что может заставить поверить в твою искренность. Что ее может заставить поверить? Ну, подумай, что она любит, что вас объединяет. И сделай так, чтобы она наверняка узнала о серьезности твоих намерений. Ты гений. В смысле, спасибо тебе большое. Спасибо. Обращайся. Извините, Антон Эдуардович, что я вас отвлекаю, но я просто не сдержался. Вы ведь теперь наш новый хозяин ресторана. Я очень рад нашему сотрудничеству. К сожалению, я вашей радости разделить не могу, так как мы с вами не сотрудничаем. Вы уволены. Не понял? За что? За несоответствие служебным обязанностям. Всего хорошего. Так, одну минуточку. Это какая-то слишком общая формулировка. Я требую объяснения. Хорошо. Хорошо, я вам объясню. Я опросил всех сотрудников и выяснил, что Любу Велесову, вашего бывшего повара, подставила ее коллега Ксения из зависти, представляете? А вы уволили хорошего, талантливого сотрудника, даже не попытавшись разобраться в ситуации. Но... Не надо меня перебивать. Вы... Любезный, очень плохо работаете с кадрами. А при вашей должности это недопустимо. Расчет вы получите в бухгалтерии. Кстати, Ксения уже там. А, если хотите, вы можете попробовать наш новый десерт. Дорогая любовь. Я верю в то, что ты услышишь мое признание. Я люблю тебя. И не хочу скрывать своих чувств. Я уверен, мы с тобой снова встретимся. Обязательно встретимся. Где бы ты сейчас ни была, сколько бы километров, миль, часов и дней нас сейчас не разделяло, знай, я тебя жду. Буду ждать хоть всю жизнь. Возвращайся. Ребята, смотрите, опять этого парня по телевизору показывают. Я верю в то, что ты услышишь мое признание. Я люблю тебя.
И не хочу скрывать свои чувства. Кстати, я пытаюсь повторить твой уникальный рецепт торта, который я называю рецепт любви. Но у меня ничего не получается. Без тебя у меня вообще ничего не получается. Вернись ко мне. Помоги мне. Приятного аппетита. Скажите, а через сколько дней мы прибываем в порт? Через 3 дня. Друзья, я поздравляю всех с премьерой. Ошеломительным успехом. Мы все много работали и хорошо постарались. Поэтому наш театр приглашен на гастроли по Европе. Здравствуйте. Это что? Это подарок. Наверное, от поклонников. Доставка оплачена. Мы не заказывали. Спасибо. Подождите, пожалуйста, не уезжайте. Это вопрос жизни и смерти. Вы сейчас торт привезли. С какого адреса вы его забирали? Стойте, стойте. Не уезжайте. Стойте, подождите, подождите. Это вопрос жизни и смерти. По какому адресу вы приезжали, когда забирали торт? Мужик, что тебе надо? Вы сейчас можете меня переехать, но я никуда не уйду, пока не узнаю адрес, с которого вы забирали этот торт. Поймите, я давно ищу девушку, которую очень люблю. А вы привезли торт, который умеет готовить только она. Пожалуйста, дайте мне адрес, с которого вы забирали этот заказ. На. Спасибо. Не может быть. Давай подвезу. Люба? Помнишь, ты рассказывала о любовном зелье? Черника с перцем, за которое в древности сжигали на кострах. Так вот, сжигали не за каждый такой рецепт, а только за тот, после которого люди действительно заболевали опасным недугом. То есть влюблялись. И для некоторых любовь была губительна. Так что инквизиция в каком-то смысле пыталась сохранить человеческие сердца от боли и разочарования. Я клянусь, что сделаю все, чтобы ты никогда во мне не разочаровалась. И я тебя
Паша, не отпущу. Ну что, удобно? Отлично, сынок. Спасибо. Не жалеешь о своем решении? Не передумаешь? Нет. Пап, я... Не знаю, я наконец-то понял, чем хочу заниматься на самом деле. И нашел работу по призванию. Ну, вроде все. Я желаю тебе успехов в новой должности. И тебе на новом поприще. Мама, моя Прасковья необыкновенная женщина. Влюблен – это хорошо. Я смотрю, ты там освоился, сынок. Поздравляю. Не боишься больше нашей исторической родины? Ну что ты, мама. С Прасковьей я ничего не боюсь. Я за ней как за каменной стеной. Мама, мы с Прасковьей прилетаем в пятницу. Моя жена – женщина благородная, дисциплинированная, с принципами. Поэтому я тебя очень прошу, мама, веди себя прилично. Ну ты же, в конце концов, баронесса. Хорошо. Хорошо. Мое бурное прошлое, плохой характер и пристрастие к ненормативной лексике останутся нашей семейной тайной. Да не волнуйся, примем твою контр-адмиральшу по высшему классу. Ты, главное, прилетай поскорее. Я соскучилась. Отбой. Это он звонил? Да. Мой сын со своей женой прилетает в пятницу. Да? Ну что уж теперь? Поезд ушел. А ты знаешь, Камила, я даже зауважала тебя, когда ты стала бросаться туфлями. Весь Лондон об этом только и говорил. Но делать это надо было гораздо раньше.